Дипломат Акопов Павел Семенович просит 2 минуты, чтобы поздравить нас от имени Ассоциации российских дипломатов. Пожалуйста. Уважаемый президиум, дорогие друзья, я представляю здесь Ассоциацию российских дипломатов, которая объединяет и действующих дипломатов, и тех, кто вышел в отставку. Это большая армия дипломатов, это общероссийская общественная организация, которая установила деловые контакты и связи с фондом развития русско-турецких отношений и стремится внести свой вклад в развитие сотрудничества между Россией и Турцией в различных областях. Мы, как говорится, еще только в начале пути. И рассматриваем этот форум как важнейший инструмент в осуществлении поставленных перед нами целей. Совет Ассоциации поручил мне приветствовать форум и пожелать форуму дальнейших больших успехов. Что касается нашего подхода к российско-турецким отношениям, то мы исходим из того, что эти отношения имеют важнейшее значение, я подчеркиваю это, не только для обеих стран, но и оказывают огромное влияние на общую обстановку в мире и особенно на Северном Кавказе. Поэтому взаимопонимание наших стран во многом зависит от взаимопонимания, во многом зависит, прежде всего, мир и благополучие на Северном Кавказе и на юге. Желаю нам всем успехов на этом трудном пути. Спасибо за внимание. Спасибо вам.